Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала. С вами на связи представительство компании «Второй паспорт» в городе Владикавказ. Сегодня расскажу вам об актуальных вакансиях на территории Польши. Компания «Второй паспорт» будет рада предоставить услугу трудоустройства. Хочу обратить внимание на то, что все вакансии, которые мы предоставляем, это легальное трудоустройство с официальным контрактом. Итак, начнем с первой вакансии. Вакансия упаковщик. Данная вакансия предоставляется в городе Бельск. Работа постоянная, 200-230 часов в месяц. Заработная плата от 650 долларов до 1000 долларов. Кандидаты рассматриваются только женщины до 50 лет. Опыт работы не требуется. График работы с понедельника по субботу по 10 часов. Работодатель предоставляет рабочую одежду. Также предоставляет общую медицинскую комиссию бесплатно. Также данная вакансия предусматривает поддержку координатора. То есть это будет помощь в прописке, открытие банковского счета, медицинская страховка, заселение, инструктаж по месту работы и юридические консультации. Следующая вакансия – работник производства. Вакансия предоставляется в городе Сувалки. Работа постоянная – 240-330 часов в месяц. Заработная плата от 775 долларов до 1100 долларов. Кандидаты могут быть мужчина или женщина, либо семейные пары, возраст до 50 лет. Опыт работы не требуется. Рабочая одежда предоставляется бесплатная. Также бесплатно предоставляется общая медицинская комиссия. График работы с понедельника по субботу, это дневные или ночные смены на выбор. Питание работодатель предоставляет бесплатно 3 раза в день. Здесь также предусмотрена поддержка координатора, это прописка, открытие банковского счета, страховка, заселение. Все эти услуги оказываются бесплатно. Обязанности. Упаковка куриных грудок. Машинная упаковка готовой продукции, взвешивание и упаковка филейных частей, укладка филейных частей на рентген, работа на мойке, мойка промышленных бассейнов керхером, работа при отделении куриной грудки от кости с помощью ножа. Следующая вакансия – помощник слесаря. Вакансия предоставляется в городе Белосток. Работа постоянная – 200-250 часов в месяц. Заработная плата от 660 долларов до 900 долларов. Опыт работы. Техническое образование слесарь 1 год. Рабочая одежда предоставляется бесплатно. Бесплатно предоставляется общая медицинская комиссия. График работы по 10 часов, 2 смены. Поддержка координатора, прописка, открытие банковского счета, страховка, заселение. Все это предусмотрено бесплатно за счет работодателя. Следующая вакансия – оператор числового программного управления. Вакансия предоставляется в городе Белосток. Работа постоянная – 220-260 часов в месяц. Заработная плата – от 900 до 1100 долларов. Требования – высшее техническое образование, умение пользоваться штангенциркулем, желательный опыт работы на фрезерных станках или станках с числовым управлением, наличие слесарных навыков. Опыт работы позволит зарабатывать больше с первой недели. Рабочая одежда предоставляется работодателям бесплатно. Также проходите общую медицинскую комиссию бесплатно. График работы по 10 часов с понедельника по пятницу. Вакансия пекарь. Вакансия предоставляется в городе Белосток. Работа постоянная 200-230 часов в месяц. Заработная плата от 750 долларов до 1000 долларов. Опыт работы пекарем минимум 1 год. График работы с понедельника по пятницу по 10 часов. Рабочая одежда предоставляется работодателям бесплатно. Общая медицинская комиссия также бесплатна. Поддержка координатора предусматривает прописку, открытие банковского счета, страховку, заселение. Вакансия сварщик.
сварка больших металлических конструкций высокой сложности. Вакансия предоставляется в городе Белосток. Работа постоянная, 240-280 часов в месяц. Заработная плата от 1200 до 1850 долларов. Опыт работы от 5 лет. Рабочая одежда предоставляется работодателям. Общую медицинскую комиссию проходите бесплатно. График работы с понедельника по пятницу, суббота на выбор. Смены по 10 или 12 часов. Вакансия стеклодув. Выдувание изделий из стекла. Вакансия предоставляется в городе Белосток. Работа постоянная, 200-240 часов в месяц. Заработная плата от 800 до 1100 долларов. Опыт работы от 1 года. Рабочую одежду работодатель предоставляет бесплатно. Общую медицинскую комиссию также проходите бесплатно. Проживание предоставляет работодатель. Поддержка координатора. Прописка, открытие банковского счета, страховка, заселение. График работы 3 смены. С понедельника по пятницу. Вакансия на работник склада. Упаковка палет и управление подгрузником. Вакансия предоставляется в городе Сувалки. Работа постоянная, 240-280 часов в месяц. Заработная плата от 830 до 1000 долларов. Требования: умение управлять погрузчиком и иметь польские права на погрузчик. Бесплатно предоставляется рабочая одежда. Также проходит бесплатно общая медицинская комиссия. График работы с понедельника по пятницу. Смены по 10 или 12 часов. Вакансия лаборант-стерилизатор. Стерилизация металлических медицинских изделий. Работа в стерильных условиях. Работа предоставляется в городе Белосток. Заработная плата от 730 долларов до 1000 долларов. Опыт работы минимум 2 года. Рабочая одежда предоставляется бесплатно. Общую медицинскую комиссию также проходите бесплатно. График работы с понедельника по пятницу, смена по 10 часов. Поддержка координатора. Прописка, открытие банковского счета, страховка, заселение. Обращаю внимание на то, что все работодатели предоставляют бесплатную временную прописку. Медицинская страховка позволяет вам обращаться за любой медицинской помощью и вызывать врача на дом. После отработанных 2 месяцев возможно оформление воеводской визы на год или карты побыту. Все это бесплатно за счет работодателя. Если вас заинтересовали данные вакансии и вы хотите узнать о них больше, обращайтесь к нам по номеру телефона, который вы видите на экране, либо подходите к нам в офис.